День добрый, друзья, рад приветствовать вас на своем канале, и мы продолжаем прохождение Edge of Wonders, Planetfall, вернее. Это игрушка 19 года, это у нас 53 серия, играем за Амазонки. И в прошлый раз мы, видите, открыли территории уже с людьми, с авангардом, мы перешли на более тесные отношения, мы нашли узел поселения вегеталий, цветочков, и начинают нам они давать первые задания. Вот, уничтожить вот этих вот за раз 700. И, кстати, у нас, в принципе, должно получиться. Мы также собираем армию дендроидов. У нас она довольно-таки крупная. Что еще такого вам рассказать? Production ready. Немножко у нас улучшилась ситуация с энергией и немножко улучшилась ситуация с исследованием. Но теперь у нас не хватает космита. А, также мы построили город, да, вот этот. Потихонечку развиваем его. Нам бы вот эти территории А, тут бесполезно строить город. Он здесь близко, а здесь далеко. Две территории. Блин. Короче, такие вот дела, друзья. Тут можно еще одного построить бойца. Operations primed and ready. Да, нам дали две доктрины. Мы развили. Теперь у нас все круто. Теряет войска. Так, кто же у него? Прикольно, святоши какие-то. О, биологический урон, кстати, классно. С мечом какая-то жиночка. Еще один с мечом. Понятно. Так, и тут мы пошли немножко. Мы в основном занимаемся собирательством. Ну, тут, думаю, тут автоматом мы все сделаем. Блин, ну как так? Вот тебе и автомат, видишь? Космит, космит-то хорошо. Да, автомат всегда потери несет большие. А это кто такой? Какие-то интересные ребята. Так, 6 очков навыка. Это кто? Это вторичный персонаж. С низкой моралью. Ух ты, класс. И это классно. Но для тебя у нас... О, есть спрей. И тут у нас что, револьвер? 6. А у нас есть вот такой биологический. Тоже. Немножко перевооружим ее. Да. О, успешно украли 173 энергии. Отлично. Давайте еще одну запустим. Не обнаружено. Хорошо. Да, тут также мы производим разведку. Пытаемся что-то тут накопать, но у нас тут что-то ничего не получается. Очень редко здесь попадаются какие-то ресурсы, неприкрытые противником. И это прискорбно. Так, энергия. Доктрина enacted. Так, экономиста приняли. Что-то зеленого давно не видно противника. Он с нами воюет, но он как-то воюет странно. Ох ты, блин, тут пингвины. Ого. Тоже скрытые юниты мы найти не могли. Блин, можем не справиться. Ну, давайте попробуем. В принципе, армии примерно одинаковые. На сотку у меня меньше. Зато у них в основном все прыгают. И два стреляющих пингвина.
О, кстати, одного убить. Всех остальных трогать не можно, не трогать. Пингвины на воде, кстати, очень крутые. О, у них еще апгрейды есть. За каждый уровень эффекта плюс 20 урона. Да, крендели еще те. Я их побаиваюсь. Блин, промахнулся. Жалко. Я думаю, они будут атаковать. У нас еще раненый, блин. Ой, хорошо. Они с горы не стали атаковать. Это радует. Сейчас лазерным ударом. Блин, еще не видит нифига. А что такое ожог? Минус один. Восприимчивости огня. Сожжение это минус 5. Так, он сам скоро помрет. Enemy eliminated. Отлично. Не успел ничего сделать. Хорошо, что они по чуть-чуть нападают. Так, сейчас тогда мы их сделаем. Ему такую штуку сделаем. Чтобы они не двигались. По ним еще хрен попадешь, блин. Стрелял по одному, попал по другому. Красавец, блин. Enemy killed. Enemy killed. Отлично. Зря мы их боялись. Enemy down. Фух. Раскромсали всех. Our forces are victorious. Тут хорошо, что на земле. На воде они там почти не пробивают. Так, отлично, вегеталиев начинаем качать отношения. Так, нам бы вот этих убрать. Ребят, наверное, может мы с ними и справимся. Тут только воздушные, а вот этих коней мы парализуем. Я думаю, разберемся. Опыта плюс 50. Хорошо, так. У нас здесь можно добавить территорию. Вопрос какую?
Так, тут мы должны справиться. У нас что-то за Амазонок, чисто зачистка территории, больше фактически нифига не происходит. Так, отличненько. Главное, бойцов мы прогрейдили. Ух ты, сон. Слепота, нифига себе. Они как юниты поддержки. А теперь основная армия пошла. Operations available. Зараза, блин. Дурацкой. Ух, попал. Щи попал. Странно. Банзай! Интересно, он это вылечит или нет. Да, эффект снят. Отлично. Отлично. Блин, зря я вышел. Да, я знаю, что ты спал, но извините. Enemy killed. Enemy destroyed. Шишки такие нарисованы, прикольные. Enemy down. Классный цей черт. Our forces are victorious. Разом с походом. Так, хорошо. Это что такое? Точность. Пусть будет точность. Operations primed and ready. Отличка, давайте. Этот все теряет потихонечку.
Синего не видать. Так, восьмерка у города. Можем еще что-то добавить. Это не можем добавить, да? А вот это можем. Блин, только ее захватить надо. А мы ее фиг захватим, наверное. Да. 1300. Вообще, блин, захватишь. Какие бонусы там. Там хорошо воевать этими войсками, которые вплотную сражаются. Production ready. Это еще кто такой? А, это его купить можно. Что это за... Боец невидимого фронта. Empire task completed. Happiness event in colony. Happiness event in colony. Happiness event in colony. О, тут энергия. Как насчет добавить на энергию? Happiness event in colony. Тут производство. Ого, 400, нифига себе. Давай. Клепай энергию. Incoming communication. Что там по поводу альянса? Нифига, да? Ну ладно. Так, мы тут потихонечку увеличиваем эффективность наших операций. Максимально надо их прокачивать. 250, да не. Operations primed and ready. Я к этим уже применил, да? Ладно. Так, 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 а тут мы пробираемся вот сюда. К этим бойцу. Блин, а сможем ли мы его замочить? Вот в чем вопрос. Может, мы зря сюда идем. Сейчас будет плюс территория, а уже плюс одна есть, и еще будет плюс одна, да. А что будет, если на тебя наступить? Напасть можно, нифига себе. Он всегда станет вашим врагом. Ха-ха, прикольно. Можно на него напасть. Кто бы мог подумать. Так, пойдем-ка мы, наверное, вот эту территорию захватим. Мало у меня армий. Как войск, так и армии у меня мало. Так, этот космит я очень сильно хочу получить. Да, более-менее равные силы. Они, правда, воздушные. Ничего, у меня все стреляющее. Я думаю, разберемся. О, кстати, прямо территория космита. Круто. Сашаба сильная. А вот эти все, ого, эти все чумные. Ничего себе. На жабу чума не действует, да? Давай посмотрим, что ты можешь.
плеваться железами. Повторение. И, по-моему, она бьет по площади. Да давай, ты разродись уже, такой долгий, блин. Сейчас все эту жабу ликвидируем. Да, по площади она стреляет. То остальных мы завалим. Кошмар. Путы не действуют? Ого! Это плохо. Enemy destroyed. Ой, хорошо. Отдавай, блин. Рожай ты быстрее его. Enemy killed. Так, двоих есть. Должна сдохнуть, по идее. Хрена. Не сдохла. Enemy annihilated. Сейчас на нее это все не действует. Плохо. Enemy eliminated. Так, лучше мы вот этого убьем. Enemy destroyed. Один остался, это ерунда. Unit has fallen. Скотина. Заклевал таки одного. Enemy eliminated. Ах, блин, чуть-чуть не. Our forces are victorious. Получилось. Чьи щиты у него как раз спали. Блин. Такого кабана моего классного забил. Эх. Ты тоже плевака, будь привет. Блин, такие они мощные все. Ну что, давай вот эту территорию, наверное, захватывать. Чтоб потом космит взять. Production ready.
Так, production ready. Куда бы тебя зарядить? Сюда я хотел. О, тут что-то бесплатное лежит. Прикольно. Так, чтоб тебе такого построить? Какого-нибудь летуна, который будет собирать твои территории. Да, блин, деду. Герой нам не нужен, операции нам не нужны. Еще к разным городам можно присоединить. Так, Банфу. Бандуфил. Давайте к Бандуфилу. Эту захватить. Systems infiltrated. Так, украли энергии 267. Это у меня украли. О, мы потеряли огромное количество энергии. Зараза. Того крутого завалили. Да не хочу я тебя. Нет у меня на это денег. Так. Что там у нас появилось, да? Немножко. Деньжат можно дендроида склепать. О, что-то есть. Нет объектов для обнаружения. Прикольно, подобрал то, что не подобрал. Вот это, конечно, разводняк вообще полнейший. Такого я еще не видел. Так, это что такое? Построить что-то, да? Теплицы. Построить теплицы. Так, а что у нас тут с производством? 200. Production ready. Так, кабанчис, ну лети, захватишь вот эту штуку. Сейчас, наверное, тут приплывет вот эта зараза и отобьет ее. И тут плавает сколько у них, по 800 мощности, ничего себе. Production ready. На море, наверное, мы ничего не сможем сделать с ними. Случай обороны построим. Sector annexed. Так, сектор annexed, надо его проапгрейдить. Operations primed and ready. Друг от друга воруем энергию. Воруем.
Он 200 энергии скачали, а он у меня 276, а я у него 200. Ну да. Так, доктрину еще одну можно юзнуть. Сжигатель войны. Так, а тут я куда двигался? Вот сюда я двигался. Так, и вот сюда я двигался. А тут неблагополучная территория. Надо, кстати, исследовать эту штуку, чтобы мы могли их улучшать, да? Чи я это уже сделал? Я уже не помню, где она. Тю, блин. А где это то, что я... А, вот она уже. Да, оздоровление окружающей среды. Я уже могу это сделать. Хорошо. Doctrine enacted. Отлично. Так, тут я хотел вот сюда. Надеюсь, меня тут не съедят сразу. В таком окружении врагов. Так, ладно. Давайте попробуем наши силы против вот этого кабана великого. У меня 900, у него 700. Блин, зря я прыгуна потерял, зря я автоматом тут раз сделал. Это, конечно, меня немножко подкосило мою армию. Интересно, что же у него такого уникального? Территория прикольная. Тут они везде обжигаются. А они тупые, они наступают на них. Ого! Теперь понятно, что это за крутяк. Во-первых, он плюет полем, которое всегда отравлено. Во-вторых, у него дальность такая сумасшедшая. Ни черташечки себешечки. Да... Enemy eliminated. Так, по крайней мере, отвлечет немножко противника. Отдохни. Зараза. Какой мощный кабан. Его никак не усыпишь далеко. Так, у нас есть... Лепота. О, кстати, она действует по площади. Отлично. Меткость нулевая у тебя будет. Он даже вплотную, кусаясь, промагивается. Это хорошо. Да, у амазонок даже первые вот эти вот использование
очень крутые. Сразу по делу, то что надо. Enemy destroyed. Enemy annihilated. Нет, ладно. Enemy destroyed. Enemy killed. Блин, он еще оживет. А может уже и не оживет. Enemy annihilated. Отлично. Victory is ours. Кабан с дорогой, кстати, не оживает. Он просто поле вокруг себя создает. Токсичное. Ничего, неплохо мы побились. Я думал, будет хуже. Так, мы все ближе и ближе. Это что такое? Это просто сундук. Ага, фиг там просто сундук. Все-таки тут кто-то есть. Эх, не видно было за кустами. Ну давайте. Теперь у меня 10 возможных заданий, так что... круто. Operations ready. Так, хорошо. Рубай ее. Enemy eliminated. Enemy killed. Нет, нельзя. Я сейчас ходить рубать еще. Ладно, пока не будем ничего пользоваться. Enemy down. Хотя видишь, зря не попользовал. Защитные заросли. Enemy annihilated. Заодно подлечимся. Enemy destroyed. О, какой красивый динозавр. Victory is ours. Потычка. Блин, производство качаю неимоверными темпами. Куда оно идет, непонятно. Должно в идти в этот. В
в ближайшую колонию. Ага, плывет этот зараза. Такой большой, 500 у него, 80, а тут 650, неплохо. Наверное, останься ты здесь, в обороне. Заявка на победу, блин. О, это снайпер. Со вторым уровнем оружия. Блин, ну кислотное. Шестой уровень. Да, хороший мужик. Берем. Тебя мы берем. Так, опять мы тебе сделаем. Где-то там управленец зверей. Наземный командир. Так, подлечиться немножко. Боевой клич пусть будет. И специалист дальнего боя два раза. И жизни. Отлично. Так, ну у тебя, блин, плохо, что не лазер, конечно. Лазерная винтовка только первого уровня у нас есть. Ладно, есть пока как есть. Так, еще одного давай часового сделаем. И будем потихоньку тут армию собирать. Happiness event in colony. Энергия приросла, надо ее качать срочно. Sector annexed. Sector annexed. Я уже сделал. Colony established. Так, вот тут колонии надо срочно принимать. Все необходимое, а здесь отдавать. А и так отдали. Да, вот тут тоже надо отдавать. Эта колония у нас так выдвинута сильно. Блин, тут космит тоже отбить будет очень сложно. Так, центральное ядро. Защиту сразу. Охраннички эти, что даже диву даешься. О, вегетарий, да что здесь? Что, они просто так сидят, непонятно. Птицеклетка.
Так, где у нас бойцы? Вот они у нас бойцы. Так, а куда мы шли? А вот эту завоевали. Тут тоже надо принять. Угу. Наконец-то. Сестра, помогите, я застряла в корабле, а эти Карко готовы порезать меня на лоскутки. Вы видите потерпевший крушение корабль Амазонок, окруженный разъяренным роем крылатых Карко. Скорее, сестры, собирайте группу охотниц, мы должны вмешаться, прежде чем эти насекомые доберутся до нее. Objective completed. Так, отлично, уничтожить отряд. О, мелкий. Отряд мелких, давайте побьем их. Что у нас тут? Отравление эти каждые перехода. Отлично, как раз то, что надо. Летают. А, они еще плюются, по-моему, да. По-моему, они еще плюются. Да, только очень косо. Enemy annihilated. Operations available. Да ё-моё, давай, ходи ты уже. Enemy annihilated. Да, эти цели были бы очень трудные, если бы я с ними сразу столкнулся. Ну, видите, теперь у меня армия такая, что... Да ё-моё. Enemy down. Можно сказать, мне глубоко пофиг. Давайте подлечим, все равно бесплатно. Enemy annihilated. Ну, сейчас метка, они начали стрелять. Victory is ours. Там меткость добавляет, видать, одна из вставок. Так, благодарю вас за помощь, матриарх. Без вас и без ваших воительниц я бы не выжила. Я обязана вам жизни и готова поступить к вам на службу. Вы же Марина Ватека, не так ли? Марина Ватека. Да. Хотя мое обучение на матриарха еще не завершено, называй меня Матроной. Мы прибыли сюда, чтобы отыскать Бархете и заставить ответить за ее злодеяние. Ты о ней что-нибудь знаешь? Да, Матрона, знаю. Я была в ее исследовательской группе, и теперь мы пытались найти применение ксеночумы. Ты служила Бертхаме? Тогда как я могу тебе доверять? Назови мне хоть одну причину не бросать тебя здесь на произвол судьбы. Я больше не служу Бархене, ее методы были чересчур радикальны, и я покинула ее. Я умелая воительница, я многое знаю о Бархехане. Бархане, блин. И смогу помочь вам понять принцип действия ксеночумы. Я вверяю свою судьбу в ваши руки. Принять.
Кажется, у меня нет другого выхода, кроме как пойти на этот риск. Мы не можем себе позволить игнорировать информацию о этой ксеночуме. Может, пока присоединишься к нам. Я счастлива, что мне позволено искупить свою вину. Я не подведу вас. Первым делом мы должны посетить один из исследовательских центров. В нем Бархане проводила большую часть экспериментов с чумой. Нам пришлось подыскивать новое место после того, как некоторые эксперименты вышли из-под контроля. Objective completed. Так, что это такое? Дестабилизатор. Дает основное оружие сокрушитель, усиление атаки. Таница ты некая. Продадим. Пусковая установка, да, это неплохо. Еще третьего уровня. Да, это та лаборатория, которую я никак захватить не могу. Там такие, блин, охранники. Чтоб... что я не могу их пробить. Так, а кто же ко мне присоединился? Это герой, да? Герой с повторением опять вплотную воюет, да? Мор. И уровень первый. Да. Слабая, конечно, героиня. Давай из нее сделаем. Полное действие, блин. Снайпера с нее будем делать. У нас для снайперов тут все есть. Ее прокачивать надо постоянно. Objective completed. Так, вот пчела мне не нужна. Ого, 20. Прикольно. У нас уже предел по влиянию. Так, давайте-ка мы с цветочками поговорим. Может, что-то купим у них. Закупимся так, боевым киборгом ближнего боя. Отравление. Типа граната отравы. Так, где наш дендроид? Empire task completed. Так,
Incoming communication. Улучшились наши отношения. Этот по-прежнему нет. Так, production ready. Тут наука, да? Космита критически не хватает. Энергия вроде есть. Давай сделаем дендроида другого. 16. 6. Снять. 6. Так, а у меня еще 10 надо, да? Эти по 12, блин. 20. Это 10 дает. О-о-о. Так, какая из вас получше? Вот это классная. Тридцать шесть получился еще больше. Разрушитель. Ладно, давай мы просто произведем дендроида обычного. Operations primed and ready. О, все что-то есть. Так. Сиди тут. Так, а тут я охраняю. Кстати, сюда пчелу можно забросить еще. Где эти людишки? Восемьсот. Ого, у них робот есть. Инженер. И все под чумой. Блин, плохо, если я на них нападу, и эти будут рядом. Интересно, будет такое или нет. Но после этого боя, по идее, я должен... Спор, это что такое? Отравление. Блин. Давайте попробуем. У нас 900, у них 800, но вот это облако спор меня сильно смущает, конечно. Это курица здоровая, блин. Как-то она мне не сильно нравится. Яйка. Ого, хорошая цель. 34. О, 75. Давай. Нормалек. Выстрел, конечно, так себе. По силе удара, но все-таки. Колдовства много, мы заколдуем всех. О, дальность неплохая у нас.
Крутые, в чистом поле вышли воевать. Operations ready. Так, курица. Что у тебя за дальность такая огромная? 7. А ракеты 9, ага. Понятно. Слепоты вам надо наложить побольше. Чтобы меткости было поменьше. Один выстрел и один противник ложится. Enemy annihilated. Супер. Так, она единственная не заколдованная, надо ее. Попробовать ликвидировать побыстрее. Enemy eliminated. Так, хорошо. Блин, промахнулся и снял сон. Зараза. Стреляет он, будь привет, кстати. Подфартило мне. Отравление есть. Ух, это хорошо. Enemy eliminated. Я думал, травят только меня. Enemy eliminated. Enemy down. Our forces are victorious. Что, довольно неплохо мы их раскидали. Я думал, хуже будет. Так, больше эти воины не будут марионетками паразитов. Теперь они обретут покой.
Не могу выразить вам свою благодарность, но, к сожалению, я не могу помочь вам найти ответственную за случившееся амазонку. Знаю лишь, что она заразила чумой эту сумасшедшую Карко и ее колонию. И с тех пор они наводят ужас на всю округу. Для нас было честью помочь облегчить вашу боль. Благодарю за информацию. Мы попытаемся пройти по следам Бархаме. Так, подождите, часть моих солдат настаивает на том, чтобы им разрешили помочь вам в ваших поисках. Я не буду их останавливать, так что они будут в вашем распоряжении до тех пор, пока эта ужасная ситуация не разрушится. Удачи вам. Мы признательны им за помощь в нашей борьбе. Да снизойдет на вас покой. Objective completed. О, ту пушку я хотел. Классная пушка. А, кстати, она бестолковая, блин. Она ж не лазерная. Ё-моё. Она же не лазерная. Да, к ней ничего не подходит. Блин. Мощность, конечно, у нее крутая, и дальность классная. Но это ступор налаживает. Блин, и псионику я ничем не усилю, жалко. О, подожди, кластер я себе поставлю. А, он биохимический, понятно. Короче, нифига у нас не получится. Ну, неплохо, мы помогли этому кадру. Давайте заключим с ним альянс. Надеюсь, теперь он согласен. Как нет? Как же ж нет, если я тебе так помог? Это очень странно. Ну ладно, друзья, удачи вам, счастливенько. До встречи в следующем видео. Я, конечно, думал, что он с нами подпишет договор. Но он не хочет.